Роберто Кавалли ушел из жизни после продолжительной болезни. Свои последние часы знаменитый кутюрье провел рядом с возлюбленной. Роберто Кавалли ушел из жизни, оставив после себя не только культурное наследие, но и 6 детей. Самому младшему отпрыску модельера недавно исполнился год. Последние часы стали настоящим испытанием для давней спутницы, уже пожилого мужчины Сандры, которая оставалась с любимым до конца. Как только пресса сообщила о смерти Кавалли, соответствующее подтверждение было опубликовано в официальном аккаунте бренда. «Дорогой Роберто, ты можешь больше не быть здесь с нами физически, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной. Для меня большая честь работать под вашим наследием и создавать для бренда, который вы основали, с таким видением и стилем. Покойся с миром, тебя будет не хватать, и тебя любят так многие, что твое имя будет продолжаться, маяк вдохновения для других и особенно для меня», написал креативный директор компании Фауста Пулиси. Несмотря на оглушительную славу и успех, последние годы модельер был верен исключительно одной женщине. Все 6 детей Роберто Кавалли, Томмазо, Кристиана, Роберт, Рошель, Даниэля и Джорджиа, рождены от его главной музы Сандры Нильсон. Напомним, что кутюрье основал свой бренд в 70-х годах прошлого века. В 2015 году Кавалли продал компанию, которая продолжает носить его фамилию.